Вот такая вот интересная монета в 2 копейки. Ну, тут, конечно, написано, что 2 1988. Но не видно слова копеек. Вот. Такая двушка интересная. Это, конечно, супер раритет. Потому что таких в каталогах не сказано ничего. Видимо, кто-то косячно делал монеты. Что на монетном дворе. И вот такая вот монетка получилась. Все здесь нормально. Видно год. Правда, плохо. Вот. А надпись копеек не видно. Монета будет выставлена на аукционе с рубля. Аукцион молоток. Я размещу ссылку под видео. Тому, кто будет интересно. Такая монета. Монета редкая. Вот. Выставлена на 20 дней. Аукцион ставлю. Там уже сколько она уйдет. Интересно даже, сколько она... Сколько ее оценят?